Доброе время суток. Значит, сейчас у нас будет маленький отчет гостиницы Меркурий Лисбоа Алмада. Значит, это гостиница Меркурий в Лиссабоне, Португалия. Значит, так, снова как у нас начинается, как всегда, с как плана эвакуации. Так. Гостиница 4 звезды, по идее, кажется, да? Да, 4 звезды. Так, у нас вид с входной двери. Значит, так, на входе больше у нас ничего нет. Сейчас давайте санузел быстро оббежим, что у нас в санузле. Значит, что у нас здесь есть? Такое прозрачное хорошее зеркало, полотенце, душ, душ-ванна. Душ и ванна вместе. Значит, так. Полотенце. Это что у нас там? Шампунь и шауэр-гель. О, здесь еще биде и унитаз. Твоя бумажка, ну все такое стандартное. Полотенце тоже. Фен. Вот, он навороченный фен. Зачем он только нужен? Я не знаю. Мне он не нужен. А что здесь такое? Ага, тоже мыло. Это что еще? Мыло тоже. Стаканчики. Интересно, воду можно пить отсюда из крана? Даже не знаю. Так, картина. Снова зеркало. Так выглядит сам номер. Ничего, нормально. Мне нравится такой какой-то этот, какой-то ибизовский этот вариант. Хороший пол такой. Такой нормальный, чистый номер. Кровать как у нас. Ничего, нормально. Вроде бы нормально. Телефон, коду звонить даже не знаю. Сейф есть. Вешалки. Гладильной доски нету. Наверное, надо спрашивать. А здесь что у нас? Ящик. Ну что, лаундри бэг. Здесь ничего. Здесь ничего. Так, поехали дальше. На столе. Снова разная информация. Кофе, чай, крем для, это все бесплатно, для кофе, как говорится, для разной ерунды. Вот здесь мини-бар с холодильником. Холодильник включен, да. Китикет, ну тут такие цены будут такие, что это как всегда трогать не надо. Стаканы замороженные, холодные, наверное, там кока-кола, какой-то этот сок, вода. Но это тоже неинтересно. О, кресло хорошее какое. Какой-то испанский стиль. Какой-то здесь все, блин, мне кажется. Я первый раз в Португалии. Ух, какое хорошее кресло. Сейчас вид с окна. Ну, я не думаю, что тут чем-то забомбаситься, блин. Комната для некурящих, во-первых. Вид с окна. Ничего такого. Сейчас январь месяц. Холодно на улице. Ну, так солнечная погода нормально. Ну, вот, вон, трамвай едет. Ну, вот так выглядит, как говорится, номер. Четырехзвездочная гостиница. Тут, наверное, кондиционер тоже будет есть. Но сейчас он не нужен, потому что, я говорю, январь месяц. Вот он, кондиционер. Да, он включен. На средний, на 20 градусов стоит. Ну, все. Так вот заканчивается наш обзор. Вот, телевизор есть. Телевизор LG. Канал даже не знаю, сейчас посмотрю, какие. Чтобы видео не продолжалось, не удлинялось. А, вот еще какой-то тут. Книжка Golden Book. Вот так выглядит этот номер.